прямо сегодня притворюсь самым настоящим разработчиком и приложу ТикТака в лобби. Сейчас хаешечка его по гарбу бросим, чисто. ТикТак идет, ТикТак идет. Получай, падаль. Что? Что? Ух, ни хрена! Что это? Смотри, что творит. Смотри, что творит. На! Ребята, кентуха на проводе, и прямо сегодня притворюсь самым настоящим разработчиком и приложу ТикТака в лобби. Но самое интересное то, что я буду играть не на обычном аккаунте, я буду играть на аккаунте ютубера Глорика, у которого есть галочка. Поэтому у ТикТака по-любому не будет сомнений то, что я настоящий разработчик. Ну а чтобы я наверняка выиграл, я уже даже успел пригласить одного наблюдателя. Это буду я с телефона. Ха-ха-ха! Поэтому, ребята, прожмите лайк, если вы обожаете такие нереальные крутые троллинги, а я погнал приглашать ТикТака в лобби. Короче, ребята, у ТикТака прям сейчас стрим, и я ему уже отправил сообщение. Зайди в лобби или бан. И прямо сейчас его приглашаем к нам в лобби. Самое главное, чтобы он не спалил наблюдателя. А вот он, наблюдатель, вот он в лобби сидит, зашкеренный такой. Короче, ребяшки, и сейчас мы с вами будем открывать этот замечательный боксец, блядь. Вы задолбали меня флудить. Чекни ЛС, чекни ЛС. Зачем мне чекать ЛС? Да! Ой, ударился кулачком. Это прикол? Это прикол, на... Разработчик и галочка. Зайди в лобби или бан. Что это, это такая? Подождите. Аккаунт подтвержден, это настоящий разраб, ребята. Что? Если ты проиграешь, я тебя баню. Подожди, стой, 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 назад. Тебе дают только один шанс, если ты проиграешь, я тебя баню. Что? Это тебе из-за того, что ты говорил, что разработчики нубы. Хотя стоп, он же такого не говорил. А, ладно, братва, и так сойдет. Ха-ха-ха. Ты реальный разраб? Бобросик, это тебе из-за того, что ты говорил, что разработчики нубы. Я такого не говорил. Что ты говорил? Что ты говорил? Сейчас ты за все ответишь. Я, пацаны, разраб настоящий залетел ко мне. У него галка, у него галочка, ребятушки, в лоб. Сейчас ты за все ответишь. Желаю тебе удачи. Ха-ха-ха! Куда? Куда? Ты куда он? Ща мы этого пинча волосатого... Этого грибоеда затроллим. Ребят, ну за это лайкосик-то проживите по-братски. Я забыл настроить настройки. А че у меня все пропало? Короче, ребят, только что я еще пересоздал лобби, сказал, что меня залагало, и я создал кастомное лобби, чтобы было еще смешнее троллить этого пинчугана. Так, пацаны, я зашел в катку с этим разработчиком. Слушайте, пойдем посмотрим, что это за раздрап такой. Я ему, короче, в первом раунде запретил вообще покупать какое-либо оружие. Давайте. На, жбан! Нанесено! 179 урона! А как он не умер, я не понял. Ну хотя это разработчик, может какой-то баг произошел, я не знаю. Ну, хотя помимо его... всего этого, у меня еще есть наблюдатель! Вот-вот-вот! Ой, ребята, это будет лютая имба, это просто лютейшая имба! Да не было, а где мое оружие, алло? Слышишь, у меня пистолета нема! Где мой пистолет, алло, Я возьму АВМ, ну куда же без АВМ-а там, могу себе позволить. И смотрю, и так просто стоит на базе, а где и все. Клаши с пистолетами, Я ему сделал 100 хп, только знаете как? Один брони и 99 хп, в сумме получается 100, правильно? Правильно, я даже на первом раунде гранаты не могу купить, тут даже, пистолетов нету, это капец. Покупка оружия, куда я вижу, купить ничего не могу. У меня тупо нож на первом раунде, это трындец, мужики. А может, на нож посажу так? Он сейчас идет сюда. Как ты не зарезал, ты же его не видел, слышишь? Как нуба! Просто как бота Галимова. Если проиграешь, я тебя забаню. Ух, ты если проиграешь, я тебя забаню, нормально, не? Один брони у меня, мужики, слышишь, один брони. Это вообще норм? Я дигл хочу купить, я не могу купить дигл. Кстати, да, я же себе сделал бесконечные гранаточки. Сейчас хаешечка его по гарбу бросим, чисто. Так, так, о, так, тик-так идет, тик-так идет. Получай, падаль. Попал! Что? Что? Две гранаты. Что? Две гранаты. Думал, я не спалю? Ты думал, я не спалю? Две гранаты. Две гранатки закинул мне, да?
А, чел. Две гранаты, ты не за киллеса видел? Не, окей, все, не говорю, ему хана. Если ты чай, ему хана посмотри. Две гранаты за киллеса, ты же с базы не успел выйти, алло! И ты, конечно, слабенький ботик тупо. Для того, чтобы у вас был такой крутой инвентарь, вам надо стать разработчиком. Или можно просто зайти на булдропчик. Да-да-да, булдропчик, топовый дропчик. Потом, братик, если ты хочешь себе получить совершенно бесплатно кучу крутых скинчиков, тем более там добавили новую коллекцию кастиков, там вышла очень крутая обнова, админик Мерлина и многое-многое другое, залетай на булдропчик. А по моему секретному слову, ты получаешь подарок. Залетай, вводи его и забирай свой приз. Ну что же, все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Что он там делает? У него, наверное, жестко горит. Вот этот разработчик сам по себе хаешечку бросил. Тик-так, залезай в дом. Залезай в дом. На! Еще хаешечкой. Давай, давай, давай. Почти. А что, откуда у него столько гранат, алло? Ну как? 3-0, это легчайше! Это просто легчайше! Братва, я тупо, знаете, что взял? Взял у Тик-Така и дал ему Радамус! Пацаны, это просто 3-10, я не понимаю, откуда у него столько гранат было! Я сейчас напишу. Алло! Че, ты че? Не, ребят, реально, как-то слишком жестко, он пишет, давай без этого, окей, братанчик, будет без этого тебе. И рай нормально, умоляю! Умоляю! Давайте я ему специально солью. Буду стрелять. На! Что?! Я его с первого раза не зарезал! Это баги какие-то. Слышишь, это какие-то баги. Чё это было? Чё это было? Я беру М40 и сейчас по нему промахиваюсь, чтобы он меня замочил. Он как раз тут-то. Просто промахиваюсь вот так. Все, все, он меня замочил. У него как будто хп миллион. Ты видал? Он с М40 решил против меня сыграть. Ты дно. Тебе не М40 надо, тебе в рот надо дать. Смотри. М16. 3, 2, 1. Давайте быстрее это приехали. Все. 115 урона! Я нанес ему 115 урона! 4-2 и Кента ПК. Экей, разработчик обратно побеждает. 115! А как? Он пишет, почему я нанес 115 урона, напишу. Это баг, не переживай. Да баг, говорит, не переживай. Мне кажется, что Тик-Так нам может скоро спалить, потому что я, так сказать, фейковый разработчик, поэтому давайте-ка я специально солью ему еще один раунд. Сейчас ты, малышечка моя, будешь переживать, я тебе говорю сразу, я взял авапу. Он взял АВМ. На! Ой, ой, кто-то взял в ротик. Хо-хо-хо! Ничего он раздал-то! Это баг! Не переживай! Ой, дядь, ты что, в себя поверил? Мой ты маленький, счет 4-3! Пацаны, ты трындец, а он какой-то злой разработчик, он меня забанит, что-то хочет, я не... слышишь? Ще еще раз, хаешка по нему, чекайте, 3, 2, 1... На! Я дым куплю, и запрячусь в нем! Я в дыму запрячусь и пробую на нож посадить. Вот так, оп. Идеально. Он сейчас будет идти через дым. Он тут. Опа, в дым. Его нету. Все. Нуп. Это вышло небольшое недопонимание. Пишет, ты не разраб, ты дно раб. Дно раб. Пацаны, я разработчик, я тупо дрючу, как дупали ему. Вы видели, мужики, это трындец. Так, найсик. Блин, он обходит. Флешечку, я плейчу. Нормально? Нормально. Он идет. Чекайте. Все. Тихо. Платим. О, успел. Дно. Я успел заплатить. Слушай, как думаете, выйдет раз дефьюзить или нет? Я еще кучу дыма брошу. Что это, Начнем дефьюзить. Может, не спали? Давай, 3, 2. Я успел. Я ножом махал, как он задефьюзил здесь, Что это было вообще? Это читерская хрень. Не повезло. Бедный Тик-Так и Мус, у него сейчас по-любому его пуканчик полыхает. Пишет тебе ГГ, брат. Я тебе кабину снесу. А разработчик ты или не разработчик, тебе хана, я тебе отвечаю. А давайте я пробую запрятаться тут. Как только он придет в плент, я просто подойду и на! Хдыщ! Как он узнал то, что я в ребрах? Ханан жесткий. Так, прямо сейчас он будет пушить меня. Брат, я в домике. Блин, я как же хочу его посадить на нож. Вы даже не представляете. Так, он идет ко мне. Ничего, он жесткий! Разработчик, извините, вы ДНО. Как в переводе дно.
Мы сейчас возьмем пулеметчик. И давайте-ка мы его сейчас покажем. Научим ТикТака хорошим манерам. Давай, давай, давай. Ух, ни хрена! Что это? Я даже выйти не успел. Все. Пошли читы, молодой мой, да? Смотри, ты видал? Да, 3 хп! 3 хп мне оставил! Он бы сдох, если бы был бабушным игроком. Я тебе снес 150 хп. Это нечестно. Он пишет, ты не раздраб, напишу. Смотри на галочку. Да посрать я твою галку, ты тупо меня обманываешь. А почему я не бросаю молик? Просто прикиньте, как это будет забавно, если ТикТак сгорит. А, он под себя кинул. Дно. Давай дно. Смотри, что творит. Смотри, что творит, а? Смотри, что творит! Смотри, что творит! На! Почему я его не убил с первого раза? Я тебя... Там сейчас! Я не могу просто, это трындец! А в этом раунде, леди и джентльмены, я хотел бы взять Дигл. Дигл Морган, а, вот это имба, да? А ранаточку тебе? Сейчас мы его сдрычнем. Ну, баса его! Ну, давайте мы солью, разочек солью. Стола мало... я не специально! 113 кп! Ты не разряд, ты дыдо, ты тупо дыда! Вырубай! Давайте я сейчас тебя подорву. О, хаешкой. Чтобы ТикТак не думал, что я софт, у меня специально будет 62 хп. А, на! С одного патрона! Я хочу взять М40, это легендарную пушечку! ТикТак бежит, малышечка! No! Пусть он по мне раз попадет, а я выживу! No! Подарили ТикТаку пару раундов, а теперь я предлагаю, давайте делать полную дичь. Я тысяча, он ко мне даже дойти не сможет. Я просто сейчас все, абсолютно все забросаю дымовухами. Просто все в дыму, ребята. Ну посмотри, это трындец. Какая падаль. Все, мне посрать, я пленчу. ТикТак тоже в дыму. Он где-то возле меня, он где-то возле меня. Он где-то возле меня. О, он попал по мне. Я куда-то зашел, ничего не видно. На! Ученик превзошел своего учителя. Видите, добросался я этих дымовух. Он меня выкинул, слышишь? Он меня выкинул из игры! Разрар, прекращай! Он меня выкинул из игры! Полностью проход забросаю, чтобы не смог выйти. Выходи. Ой, блин, я чуть себя не замочил. Чувак, куда он вышел? Он меня кикнул из игры, это 100%. Ну, это 100% кик из игры был. А чего у меня 16к? А я не могу ничего купить! Почему я ничего не могу купить? У меня 16 косарей! Это вообще нормально? Я пенч, если я его не посажу на нож. Я тупо гриб, если я его не посажу на нож. Смотрите. Смотри, смотри, смотри! Смотри, лагает! На! Просто! Просто как тупо грибово! Нет, это трындец, я говорил, что я его на нож посажу. Ты сейчас, я попробую сделать нереальный трюк. Забрать ТикТака. С ножа! Просто погнали, это будет нечто нереальное. Флешечку, блин, залагал. Флешечку, тихо, подпрыгиваем. Давай. Раз, два, три, на! Ты настолько беспалевный! Я затроллил ТикТак, это просто идеально! Я его просто пошлю на 3 буквы сейчас. Просто скажу, пиздец от души! Прожмите лайк за это нереально крутое видео. Обязательно подпишись на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Жди бан, дружок. Ахахаха. Кому ты бан дашь? Смотрите, что я написал. Банкода пенч. Жди бан, падаль. Блин, ТикТак понял, что я вам троллю. Вот говнюк. Ну а вы, мои уже подписчики, если понравилось это нереально крутое видео, обязательно прожмите лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока-пока. Кто хочет на халяву получить 5000 голдишечки, залетайте ко мне в ТГ, ссылочка в описании. Что это? Что это? Нееет!